Всем привет! Мы на выставке «Игромир 2014» и мы снова на стенде компании TT Sports. И сегодня я посмотрю на клавиатуру, которая называется TT Sports Challenger Prime. Давайте смотреть. Мембранная клавиатура очень легкая, с таким интересным дизайном, вот таким вот минимум глянца, но все-таки есть для рук вот такая текстурированная поверхность, это пластик. В принципе, удобно, хоть я и не люблю эти подставки. Кнопки, макрокнопки. Плохо, конечно, что вот не на этом уровне, но ничего. И самая главная фишка, подсветку можно регулировать вот таким вот образом. Вот такое вот металлическое, кстати, кольцо регулировки. И вот так оно делает. Куча дополнительных клавиш, то есть она как бы и игровая, и мультимедийная. Можно поставил там все фильмы на паузу ставить и все такое. Короче, ну, основная фишка просто в подсветке у нее и в том, что она простая, как 5 копеек. Но все равно детали есть детали. Резиночка. Здесь и резиночки нет. Ну, можно простить за цену. Здесь не резиночка, но тоже есть упор, чтобы клавиатура не прогибалась. Но она немножечко все-таки прогибается. Но здесь вот неровная поверхность, конечно, все равно прогибается, нужно было сделать поинтереснее. Так, все-таки подсветим. Ребро жесткости такое здесь. И все это интересно светится. Подсветка может пульсировать, может просто становиться статичной. Подсветка может быть разных цветов. Раз, два, три, четыре. Ага. Раз, два, три. В общем, есть три разных вида подсветки, и вы можете настроить тот, который вам больше нравится. Итак, это была клавиатура TT Sports Challenger Prime на стенде компании TT Sports на Игромире 2014. Подписывайтесь на канал, увидите еще много-много интересных девайсов, фишек и видео. Увидимся!